В Миасе на парковке вспыхнул автомобиль. Огненное ЧП попало в камеру видеонаблюдения. На этих кадрах отчетливо видно. Возгорание началось под капотом машины. Хозяин сначала вытащил ценные вещи из салона, а потом достал огнетушитель. Но справиться с пламенем не удалось. Огонь мгновенно охватил легковушку. Пришлось вызывать сотрудников МЧС. К приезду пожарных от «Приоры» остался лишь каркас. Спасать пришлось соседние машины. Пламя едва не перекинулось на стоящие рядом иномарки. По предварительной версии, к возгоранию привело короткое замыкание в проводке автомобиля.